Время перед Новым годом наполнено ожиданием праздника и приятными сюрпризами. В администрации Северского района собрались молодые люди, которых ждал исключительный новогодний подарок. С наступающими праздниками присутствующих поздравил глава района Андрей Дорошевский. Желаю вам в новом году достатка, уюта, тепла, чтобы с вами были ваши близкие, чтобы чаще вы были в кругу семьи. Солисты творческих коллективов района подарили собравшимся новогоднее настроение. Пятерым молодым людям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в этот день вручили ключи от новых комфортных квартир в поселке Афипском. Всего же в минувшем году жилье приобрели для 37 человек данной категории.